Слухати Максим. Я предвкушаю удовольствие от следующего экземпляра, потому что, будучи заводчиком, вы свои правила установите. Смотрите, какая. Значит, что в этом коте хорошее? Ну, хорошее все, это вопрос. Мне как бы тут понятно. Но коту очень повезло. И его гены мамы и папы очень хорошо между собой договорились. Потому что породословный он красный дымчатый. А дымы, как правило, сопровождаются размытым рисунком и плохими, плохого цвета глаза. Плохого относительно, недостаточно ярким, скажем так. Здесь яркие медленные глаза. Отличный рисунок. А смотрите, какая партия. Глаза открой, алло. Моди Open Expression. Пожалуйста, открой глаза. Значит, выдаю секрет заводчиков, которым часто пользуются присядники и заводчики экзотов. Чтобы верхняя линия глаз казалась более открытой, берутся маникюрные ножнички, изогнутые, и по верхней линии глаз выстригается небольшая вот такая, здесь, по-моему, это присутствует, но вот тут еще нужно было поглубже пойти, и тогда вот эта вот часть, освобожденная от шерсти, не мешает ему больше, с перепугу больше открыть глаза. Я вам хочу сказать, если кот родился, размер глаз – это характеристика, которая врожденная. Более того, говорят, что размер глазного яблока одинаков у существа от рождения до взрослого возраста. Я как бы слабо в это верю, но все может быть. То есть это все предопределено генетически, и уже наша с вами задача – создать такие условия, чтобы он украсил себя. Преодолел то, что ему не додала природа. При всех прочих достоинствах он имеет на это право. Он имеет вообще на нас смотреть через ироничный прищур. Может быть. Очень хороший антиподход. Мощный. Лапы классные. Хвост короткий. Плюш хороший. Можно было бы сказать виноват. Да, но он виноват у 90% отзывов. Да. Знаете, есть такая шутливая украинская пословица. А кто один краще, тому хлебочек буду возить. Ну, боюсь, что вот это тот случай. Ну, лучшего я за последние 5 лет, наверное, не видела. Короткий.